Имя самой красивой девушки страны станет известно сегодня. Самое яркое и зрелищное шоу года, телеверсию конкурса «Мисс Беларусь-2018» в вечернем эфире покажет наш телеканал. В кастингах участвовали больше 700 девушек со всей страны, но только 30 из них стали финалистками. Ведущими грандиозного шоу будут актер Дмитрий Мухин и певица Анна Шаркунова. Организаторы подготовили для зрителей несколько сюрпризов. Классическое дефиле, например, решили разнообразить хореографическими постановками. В программе двухчасовое представление, где сойдутся 4 стихии – вода, земля, огонь и воздух. В этом году конкурс «Мисс Беларусь» отмечает 20-летний юбилей. И мы в этом году решили попробовать начать новую главу в истории конкурса, немножко по-другому подойти и к процессам освещения, к процессам промо, к процессам освещения подготовки конкурса. А накануне финалистки национального конкурса красоты побывали на экскурсии во Дворце независимости. Внутренний двор, здесь президент традиционно встречает зарубежных лидеров, аллея почетных гостей, но самое большое впечатление на красавиц произвели дворцовые интерьеры. Зал торжественных церемоний, поражающий масштабом и оформлением, зал, где проходили переговоры нормандской четверки, побывали финалистки «Мисс Беларусь» в рабочем кабинете президента.